Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов на территорию Армении. Об этом, как передает канал 13, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе онлайн-конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. «Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению. Это возможно, так и было во времена Советского Союза», – сказал он. По словам главы государства, если говорить о развитии на Южном Кавказе, все будет зависеть от политической воли Армении, потому что между Азербайджаном и Грузией налажены многолетние, плодотворные, предсказуемые и дружеские отношения. «Сегодня мы реализуем важнейшие для наших стран и народов проекты. Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества, я не знаю. Если предположить, что согласится, то да, конечно, это возможно. Мы не будем против», – подчеркнул Ильхам Алиев.